Найти и наказать причастных к нападению на журналистку Юлию Латынину призывает Союз журналистов России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице организации. Коллеги Латыниной полагают, что атака связана с ее профессиональной деятельностью. Сегодня видео нападения в сеть выложили сами нападавшие, как одновременно они еще и снять это все умудрились. 20 августа неизвестные облили фекалиями Юлию Латынину. Журналистка работает в «Новой газете» и на радиостанции «Эхо Москвы». Итак, двое злоумышленников поджидали ее под мостом у гостиницы «Украина». После инцидента скрылись на мотоцикле. Журналистка обратилась в отдел полиции. Ну, сейчас сотрудники проводят проверку.